Ориентировки на угнанную машину были переданы всем оперативным подразделениям. И уже через несколько минут угнанный «Мерседес» был остановлен нарядом ДПС. Находясь на маршруте патрулирования, нами была получена ориентировка с полка ДПС об угоне белого «Мерседеса». Через здесь 15 минут белый «Мерседес» выезжал с улицы Черноморской на Курортный проспект, после чего был остановлен. За рулем находился 23-летний житель Сочи. Он сразу подчинился требованию инспектора об остановке и был задержан. По словам молодого человека, угнать автомобиль он решил, когда увидел, что хозяин не закрыл двери и оставил ключи в замке зажигания. Ранее парень уже привлекался к административной ответственности и был лишен прав на 18 месяцев. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.